Итак, утро. Мы вышли на наш автобус, которого пока нету. Но он подъедет. Он обязательно подъедет в 7:51. Именно вот сюда. Вокзал ГАР СНСФ. Именно вот сюда. ГАР. ГАР. ГАР СНСФ. 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 ГАР. Так, небо шикарное, погода прекрасная, все, ждем автобус. Итак, Иринка вот в полном обмундировании. Покажись. Вот такой рюкзачочек. Я тоже сегодня в длинных рукавах, чтобы не сгореть. Кепчики мы взяли, бафы, все дела. Все, ждем автобус шикарнейший. Вот тут расписание. Вот мы выезжаем из Луа, ГАР СНСФ, 7:51. Прибываем в Шалон-Сюрсон, ГАР Рутьери, это автовокзал, 8:45, Рутьер, 8:45. И уезжаем с ГАР Рутьер 18:25. В 9:25 мы здесь и смотрим матч. По-моему, сегодня что-то есть. Ждем автобус. Так, вот такой автобус. Куда идти? Так, вот такой автобусик прекраснейший. Бонжур. Шалон Сюрсон. Уй, уй. Так. Уй. Почему? Тогда лучше это, чтобы... По зубам. Угу. Ага. Давай так. Ага. Мерси. Бля. Такой автобус. Самый зад. Мерси. Самый... Или выдаем здесь возле окошка. Так, мы будем ехать. То есть смотреть на дорогу. Вот сюда смотреть. Вот сюда. Нет, вот сюда. Здесь нету стойки. Вот сюда здесь стойки, говорю, нету. А вот классное место самое. Вот самое классное место. Все. Вот сюда, Ира. Вот сюда, адом буду. Все. Итак, мы сели. Вот такой автобус. Вот такие билеты здесь. Уцефали. Все как надо. Даже пристегиваться надо, все. Итак, все, мы сели. Вот такой вот автобусик здесь с пристежными ремнями. Ну, он ничего не сказал, что надо пристегиваться. Автобус очень быстро едет. Очень быстро, очень виртуозно. Вот, Иринка. Все, сейчас я буду чуть-чуть подснимывать. Подснимывать чуть-чуть буду. Не, я же вот так вот. Так, все. Дальше съемка пойдет с рук. Так мы вот так вот пристегнулись. Вот такое здесь чудо техники. И едем. Автобус едет, конечно, очень быстро. Вот так вот. Ну, эту трассу вы знаете. Вот мы по ней ездили уже. Мне интересно, как он дальше там, наверное, переедет на ту трассу. Вот такой вот автобус. Вот мы несемся вперед. Этой скорости знаю, потому что мы сюда ездили на велике и съездим еще несколько раз, я думаю. Сейчас вот я покажу, как мы это самое едем, как мы едем, это настоящий экстрим. Легковая машина, он хочет обгонять. Просто как бы вообще
наши водители тут просто отдыхают, даже которые на спринтерах лётают. Я даже пукнул вроде. Итак, мы вышли на вокзале в Шалон-Сюрсоне. Значит, у нас сейчас желание непреодолимое сходить в туалет, легкий, чтобы легко все вышло. И дальше мы идем в Оказьон магазин искать багажник. Потом в Декатлон, потом съемка в городе. Сейчас мы ищем туалет. Вот такое вот такси здесь, новая Бэха пятерка, все нормально. В принципе, как и у нас. Хочу, конечно. Вот на таких машинах здесь таксо. Все, мы идем в туалет. Вот такой вокзал, его, судя по всему, ремонтируют. Так. Но нам здесь нужен не вокзал. Нам нужна одна простая надпись. Нам нужна одна простая надпись. Это туалет. Вот такой же дефибриллятор здесь стоит. Все как надо, как у Милы, ничем не хуже. Так. Что? Туалета здесь нету. Может, там внизу есть? А вот там нигде нету, Иринка? А я уже расслабился. Видимо, напрасно. Вот такая вот беседка. Ну, как беседка, очень красиво, вот, в общем. Ага. Ага. Бюро. Бюро. Ага. Итак, мы идем к туалету, который мы заприметили из автобуса. Надеемся, что это он. Если нет, тогда просто пойдем в первый попавшийся бар. Иначе это может закончиться плачевно. Наша такая поездка.
Здесь вот ремонт идет. Есть вот многоэтажки. Надеюсь, что это туалет. У нас, а? Ну вот, уже ближе вот сюда. Вот тут такие инсталляции. Ой, господи. Не знаю. Ира, сейчас ты увидишь, что тут у меня такое. Да, чутье не обмануло. Это он и есть. Да, это туалет. Если бы он еще был открыт, он открыт. Туалет публик. Вот такой туалет публик. Мы дошли. Ира счастлива. Дамы, вперед. Бонжур. Санга, это сколько? А, вы. Ага, сказали 5 минут. А, с 9. С 9 можно здесь все сделать. Ой, ну 5 минут ты потерпишь, Иринка, как ты? Нет, если что, пойди и скажи, что я не могу уже. Все, Ира, давай. Я пойду. О, вот такой прекраснейший туалет. Мы, в общем-то, спасены. Тут вот. А? Иду. О! Вот такое вот необычное место, вот как вот сказать. Газончик постриженный. Такое дерево красивое, дом. Липой опять пахнет. И вот памятник доктору Эмилю Мачампу. Или Машампу. Чего у них нету? Ша или? Мошамп. О, доктор Эмиль Мошамп. Вот такой доктор. Вот такой. А, не закрывать? Так. Все. Пока что трансляцию прерываем. Сейчас мы пойдем в туалет. И я тоже. Вот такой вот туалет еще раз. Здесь даже вот такая женщина убирает, протирает. Туалет абсолютно бесплатный в центре города. Туалет публик. То есть, я не знаю, где у нас в центре города есть бесплатный туалет, в котором убирают. В общем, очень круто. И здание такое, его сразу видно, сразу чувствуется, что это туалет. Здесь идет ремонт дороги. Ну как? Держи, все, я пошел. Где там туалет, там бумажки, все пошло. Да, можно вообще, да, держи. Краник только входит в этом, коридорчики держи. Работают. Так, одевай на этот рюкзак, Ира, аккуратно только все. Все, я пошел. Так. О, ну, в общем-то, очень цивильненько. Так. Вот тут вот открыт туалет, вот такой вот, стучаков нету. Видимо, нужно подстилать. Бумаги действительно много. Мы подстилать не будем, мы зайдем. Закроемся, чтобы нам было легче. Ой, и что? Не порвались штаны, нет, это молния была. Все, вещание пока прекращается. О, ну что, вроде бы. О, я не знаю, где тут, как тут. Вот так вот, чика тут. Как прекрасно. Очень классно, вообще супер все. Воды еще одну порцию можно, если краник сам выключается через определенное время. О, вот такая бумага здесь. Прекраснейшая просто.
Ну вот, теперь мы пойдем спокойно смотреть тот вот магазинчик. Вот такая многоэтажка здесь. Многоэтажка, ремонтные работы. Многоэтажка. Самый шикарный туалет. И вот такое поле вот с инсталляциями. Скорее всего, здесь будет посажена трава вот вдоль вот этого всего. А мы идем в магазин, мы увидели по пути здесь смотреть багажник. Вот прокатные велосипеды. Мы их брать не будем, но это сделать можно. Стоит оно, наверное, также евро 70. А нет, 1 евро стоит здесь. Здесь стоит 1 евро. Но у нас сегодня пешая программа. В общем, вот такие велосипеды. Покажи. Да. Вот, 1 евро, 24 часа. Так, там маршруты сразу есть. Все. Ногами давай ходить и снимать хоть что-то. Так, вот такое вот. Красота. Маршрутки прям как у нас. Вот такое здание. В общем-то, интересная часть города все-таки. Так, мы идем в веломагазин. Ира, вот сюда. Так. Нет, это недвижимость. Она везде одна. Иринка. Вот это вот такой вот, в общем. Так, мы идем в магазин. Вот такой вот магазинчик. И мы заходим сюда. Нас интересует здесь очень простая вещь. Очень простая и очень понятная. Это велобагажник. Бонжур. Бонжур. Так, только вот такой багажничек. А еще что-то есть интересно? Иринка? Спроси. Багажник только не такой, а еще что-нибудь. Багажник. Дювело. Le bagage, voilà, comme ça. А, порт-багаж. Порт-багаж. Oui. Pour вело, вот, 28 дюймов. Pour fixer sur la tige. Но. Fixation, ça. А, d'accord. Oui, rigide. Да. Ой. Так. Посмотрим, что тут есть. Так. Такой магазин. Здесь уже пошли взрослые велосипеды. Так. Сейчас мы посмотрим. Так. 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 16,90. Так, 16. Так, это 30. Ну, вот этот мне нравится, естественно, больше. Спроси, он на... Ага, 28 подходит. Да, здесь сплошная, и здесь вот так, а тут только одна. Ну, Иринка, по идее, выдержит и тот, и тот. Ну, нам бы лучше такой, что он дешевле. Ну, давай такой, я не думаю, что он... Давай, походим еще. Так, 28. Я думаю, что 16 прекрасно. В бэушный к тому же далеко идти. Ну, что? Так, крепление. У него крепление здесь. Так. Подожди, а как он крепится к тому? Так мы в бэушный не пойдем? Нет, конечно, зачем? Почему? Там можно купить и... корзину, подожди, вот это, решать. Подожди, это вот сюда. Это крепление нам не подходит. А, нет, подходит. Подожди, вот оно, он крепится.
Как он крепится, подожди. Так. Итак, мы посмотрели багажник. Один хреновый, второй стоит 30 евро. Это очень круто. Нет, действительно классный багажничек, все нормально, но мы хотим посмотреть бэушные, чтобы больше дней провести на юге и больше снять интересной информации. Поэтому сейчас мы идем в бэушный магазин, потом оттуда мы прогуляемся в Декатлон и потом центр города, съемка, в общем. Пока что будем идти, вот такой отель прямо возле вокзала. Пока что пусто. Так. Опля. Не-не-не-не-не. Пошли вот так вот. Нам вот туда идти. Пошли, ничего страшного. Так. Нам надо сейчас выйти к реке и идти вдоль нее до бэушного магазина. Так. Вот тут стоянка такая, бюро, и мы движемся в сторону реки. Река вот там. Иринка. Вот тут вот такое вот кафе на улице прямо с цветными этими. Мы с Иринкой фоткаем друга. Вот так вот. И... Ой, птички! Голуби. Такие голуби. А мы идем к реке. Вот тут вот разрисовано, правда, детскими граффити, но тем не менее. А в кармашек. Не сперли, не сперли. Вот такая церковь здесь. Не очень вид, если честно. Ага. Пошли пройдем. Ира, пошли в магазин сначала. Давай сначала сделаем... Конечно! Нам надо сначала сделать обязательную программу. Вот такое вот здание необычное. Очень быстро облака летят. Вот одно необычное, второе необычное. Такое чувство, что оно из меди или из ржавых каких-то металла сделано. Очень интересно вообще, что это такое. Мы идем вот туда, в сторону, к реке. Вот такое место здесь. Там вон нарисовано люди с фотоаппаратами. Но мы идем вот туда, потому что нам все-таки нужно сделать то, для чего мы приехали. Вот мы почти вышли к реке, сейчас будем идти вдоль нее направо. Вот здесь написано, что тротуар для... можно ездить на велике, но приоритет пешеходам, да? Да. Вот, вот лебеди эти. А мы идем вот туда. Вот там вот находится отельчик вот такой, Сиракуз. Шамберс Апартирде, 26 евро. Ну, вообще-то, если кемпинг стоит 20, то лучше уже добавить еще 6 и поселиться вот в таком отельчике. Wi-Fi gratuit, бесплатно. В общем, очень интересно. Вот имейте в виду, 26 евро это дешевле, чем кемпинг, практически. Ага. Вот это вот КПМЖ. Там вот что-то с фото все-таки связано. Мы туда сейчас на обратном пути зайдем, посмотрим. Вот такое здание интересное. Все, а мы идем по вот такому бульвару. Асфальт немножко треснул. А вот Ницефор Сид. Да, что-то здесь с Ницефором связано. В общем,
сейчас мы здесь все пойдем и посмотрим. Но после того, как посмотрим багажник. Все, мы движемся, нам надо пройти вот туда. А вон стена с граффити. Граффити как у нас. Один в один. Ира нашла шелковицу. Ну дай мне хоть одну, господи. Да. Она готова. В общем-то, значит, здесь мы покушаем. Как я и сказал, увидел вот эти две чудеснейшие скамейки. Ага. Да? Все, Иринка кушает. Поступило предложение съесть по бананчику. Я его поддерживаю. Вот сейчас мы это кушаем и бежим дальше. Вот такая мусорка здесь. Вот с таким вот паучком. С паутинкой. Шалон сюрсон. Вот. Вот мы продолжаем движение по велодорожке. Как вело, это тротуар, по которому можно ездить на велосипеде. Так. Очень много ездят уже с кемпинг-карами, то есть с караванами и с прицепами. Audi A1. Так вот. Иринка кушает. В ход пошли еще бананы, чтобы их уже сразу съесть и о них не думать. В общем, вот такой вот тут вот переход через реку, вот ЖД мост и вот такие вот странные электропровода с такими шарами. Я думаю, что это или чтобы они не раскачивались, или какая-то натяжка, или, в общем, не знаю. Вот въезд в Шалон Сюрсон, то есть мы из него вышли. Сейчас мы уже не в Шалоне. Шалон за мостом. Мы идем в бэушный магазин. Вот тут вот, да, хлеб. И вот смотрите, как здесь организована велодорожка. То есть вот отдельное идет шоссе для вело и для пешеходов. И огорожено. И отдельно пошла дорога. С тротуаром также на той стороне. Вот одна из редких заправок. Заправок во Франции вообще очень мало. Они в основном в городах расположены, так что имейте это в виду. Вот. Ага. Ну, здание вроде немножечко пошкарябанное. Цена 98 евро 61, 95 евро 54, солярка евро 31. Вот так. Да, газоль. Аджип. Да. Вот на таких вот машинах здесь очень много ездят.
велосипеды стоят тоже. Мотоциклы. Honda вот такой, Virago. Все, мы идем вот в ту сторону далее. Вот такой вот, вот, братан, как ты хотел, вот он, прямо здесь такое продается. Пришел, купил 169 евро, 170 евро, пожалуйста, сразу. Вот, готовы с фарой, все, все как надо. Вон мой велик, Rock Rider, один в один. Так, магазин, вот оно называется. Трок энд кэш. Трок, я не знаю. Наверное, схвати и беги. Шутка. Вот такой вот бар и таба, наверное, одновременно под названием Бар Ле Калифорнии. Бар Калифорния. Очень интересно. Название такое необычное. Вот он, прямо на углу его видно. Бар Калифорния. Мы когда обратно будем идти, заглянем, что там. А нам пока вот туда. Вот такая заправка Total. Вот. На Total цены 95-й E10. Это, по-моему, немножечко разбавлены там с чем-то еще, с этим. Чем-то, короче, разбавлены, по-моему. Рубль 50, 98-й супер, евро 57, солярка супер, евро 47, обычная солярка евро 43, чуть дороже, чем на Аджипе. Тем не менее, заправляются. Так. Кому? Не знаю. Может быть, два фака вам в жопу каждому. Так, нам на ту сторону идти, потому что наш магазин вот там. Total. Вот такие вот очень интересные здесь камушки такие вот интересные делают. Очень интересно, чтобы не заезжали, наверное. В общем, очень красиво. Да, фоткаю. Вот такая красота. Вот это вот вообще вот такое тут вот повсюду на этом кольце очень красиво. Очень красиво сделано. Ну, декорации не декорациями. Кустички вот такие. Очень красиво. Мне кажется, вот у нас в городе можно было бы тоже вот такое делать. То есть это просто бетон и гальку поехать собрать. Ну, вот посмотри, как издалека. Да. Очень красиво. Так, а мы идем к нашему бэушному магазину. Здесь вот... Здесь целая зона. Лягушки продаются. Здесь целая зона магазинов. Видишь? А что он делает? Ты что, дед, дурак, что ли? Дед вообще тут чудит просто. Ага. Так. Понятно. Альди. Ресторан Ле Гренуиль. Гурман. Грануй? Гурман, да. Мы должны посмотреть меню. Вкусная лягушка. Смотри, вот так, там внутри. Чуть-чуть вот. Давайте зайдем внутрь. Вот такая красота здесь. Так. И вот так вот тут внутри. Вообще никого нету, но вообще красиво. Добрый день. Бонжур. Красота. Так, теперь мы посмотрим меню. Внутри очень красиво. Так, меню. Сколько стоит лягушка? Ну тут не только лягушка. Это совет от этого. Ага. Это не то, это не лягушка. А где лягушка-то? Mm-hmm. Ира, ищи лягушку. Меню 21 евро, меню 12 евро, 17, 19. Вот. А? Квиз де грануй, ляжки, лягушек. А просто квиз де грануй просто стоит вот 14 евро.
Мы не будем кушать ляжки лягушек. Все, пошли отсюда. Я не... ненавижу. Вот тут вот целая зона такая магазинов Альди, Рок Клерк, Керия, тут освещение, Бабу это обувь, Аквилин. Да, вот мы ж пришли назад. Вот в этом вот оказьоне мы купили наш велик, Easy Cash. Все, сейчас мы идем туда искать багажник. Итак, камера тут чуть-чуть что-то подзависла. Мы ее раздуплили. И идем спрашивать сразу у них багажник. Иринка, спрашивай у них. Порте вело. Да, порте вело. Бонжур. Порте вело. Порт багаж. Пур вело. Порт багаж. Нету, да? Понятно. Короче, багажника нам что? Корзинка вперед. Баскет over there. Баскет in front. Понятно. Окей. Понятно, урвар. Have a nice day. Have a nice day. Все прекрасно. Внутрь мы не заходим. Или пошли глянем. Пошли глянем. Пошли глянем все-таки. Так. Я же к нему честно, по-французски теперь не терпеть не могу. Знаешь, когда они делают вид, что я вообще ни хера не говорю по-французски. Да? Может так и есть? Или вряд ли. Да как же ж не говоришь, ты же институт закончила. Так. Ты че? Все, и Иринка обиделась и куда-то пошла. Я сейчас буду идти за ней по всему магазину. Она не спрячется от меня никуда. Вот так вот я за ней буду ходить по всему магазину. По всему магазину. По всему магазину. Ага, бонжур. Так. Hello. Hello, ага. Я им буду говорить этот. Как там эти немцы говорят это? А он, кстати, обратился. Ведь вы сразу немецкий язык предложили. Да? Да, опять. Ну, ты видишь? Детиш. Детиш. Ой, смотри, какая прелесть, Иринка. Этот. Ну, я тебе... Все, раз ты так со мной... Сак до кушаш. Вон там пошли смотреть. А это рыбный. А вдруг есть? Вот этот наш этот продавец ушлый. Ходит такой фраер весь здесь на колесах, на шарнирах. Спрашивай, сак до кушаш. Кто? Не надо нам никакой, это палатка на 10 человек. Конечно, шинишь какой мешок. Все, пошли в Декатлон. Очень классная сумка. 40 евро. Всего-навсего. Конечно. Вот рюкзак. Я бы здесь глянул еще какой-нибудь. Может быть. А вот смотри, маленькая. У нас уже есть. Все, нету так нету. Пошли. Вот Sega Mega Drive. Тут вот столько. Иринка, давайте посмотрим, что тут есть. Приставки PlayStation 3. 219, 230 евро. Ага. Все, раз у них тут ничего нету. Там, по-моему, тоже нету. В общем, вот такой оказьон тоже. Все тут вообще всего в пачке. А, не туда, Иринка, вот через этот выходить. Не знаю. Очень интересно. Очень интересно. Все понятно. Ничего у них здесь. Ничего у них здесь нема. Так. Итак. Мы вышли. Ничего здесь нету, поэтому мы сейчас пойдем в Декатлон.
Декатлон. Это нам нужно сориентироваться по карте чуть-чуть. Так, вот мы зашли в Альди, в местный. В принципе, все то же самое, как и у нас. Сыры, скорее всего, возле стенки. Так оно и есть. Опять все непонятное. Все то же самое. Вот пила, папа, смотри. Прямо в магазинах продается. Фрукты? Где фрукты? А, вот фрукты. Бананы, рубль 19. Цены все абсолютно такие же. Все то же самое. Груши, персики, все как и здесь. Даже тот же самый велик, что и у нас стоит в продаже. Помидорчики. В общем-то, дежавю. Вина. Кстати, вот, брат, испанские вина, Хосе. Вот, рубль 99. Вот. Пожалуйста, рыбка, закусочка, все как надо, вот такое дело. И второе, еще испанское красное. Вин де Спань, тоже рубль 99. Пожалуйста. Так, Иринка берет клубнику. Да пожалуйста, господи. Тут дешевле вообще. Смотри, она всего лишь стоит. Вот, Бельгия. 3,58. Прекрасно. Бананы еще будем брать или нет? Персики, ну персики. Хватит, Ира, мы не куда. Да. Все, теперь. Томатики. Томатики, ты будешь их кушать? Так, пошли сыра возьмем. Хотя можно томатики к сыру, Ира. Да? Нет? Быстро. Ира, быстро берем или нет? Не забывай, что надо, чтобы нам на багажник хватило и на обратный путь. Так, и сыра мы хотим нашего. Здесь он также стоит евро 15. Один или два? Один. Все, и один сырок. Все, идем на выход и бежим в Декатлон. Ира, бежим в Декатлон. А, у тебя же там 5 еще евро было, да, еще 5, да? Да. Чтобы нам на обратный путь просто хватило. И вот берем помидорки все-таки. Вкуснейшие вообще. Да нормально, отлично, отлично. Отлично, все, прекрасно. Все, мы идем на выход. Тихо, все прекрасно. Так. Осадбы кушаш. У нас хватит 10 евро. Хватит, у нас 50 еще евро, еще. И еще 5 на обратный путь у нас есть? Да. Еще пятерочка, ты уверена? Да. Прекрасно. Вот такое тут дело происходит. Так. Тут вот на кассе тоже такой приветливый француз, но не такой, как у нас. У нас он, по-моему, более приветливый. Так. В общем, вот такой магазинчик. Водочка, вот, братан, ты спрашивал, почем? Монтгеофрой. А, это вис. А, нет. Подожди. Ром. Это ром. Это ром. 6,99. Вот, то есть 10 евро литр. Вот это вот водка именно настоящая. Водка Заранов, премиум водка. Литр стоит 11 евро. Вот канадский, шотландский виски. В общем, очень много всего есть. Короче, водочка здесь вот хорошая стоит вот 0,7779. То есть 11 евро 13 центов литр. Вот так. Итак, мы купили вот помидорки, сыр и клубничку. Вот такой вот, да. Вот такой вот пакетик Альди за 10 центов. И покидаем эту прекраснейшую
эту прекраснейшую технозону. Что? Покидаем эту прекраснейшую технозону и идем обратно, а потом пойдем в Декатлон.